Мистецтво фотографії – важлива сторінка світових здобутків людства. І сьогодні ми будемо говорити про художнє фото. До нашої студії ми запросили Андрія Казановського, фотографа. Ви, мабуть, його вже знаєте. Привіт. Я так сподіваюся, що сьогодні ви розкажете нам і покажете ті фотознімки, які вам вдалося зробити останнім часом. Це ж будуть ті фотографії, які... У вас останніми роками чи місяцями, чи як? Да, это, в общем, последние фотографии, которые я сделал. Там несколько вариантов, скорее всего, вы покажете и из путешествий фотографии, и те бьюти, ну, фэшн-фотографии, которые тоже вот буквально сделаны за последние неделю-две. Тиждень-два. Тобто ви такий плідний фотограф. Ну, ми це згодом подивимося, звичайно, плідний фотограф, так? Я розумію. Багато працюєте. Хотілося б так вірити, що я багато працюю. А еще бы хотелось верить, что фотографии можно зарабатывать. Ну, если вы меня спросите, я об этом позже вам расскажу. Да, мне же цікаво, заинтриговало, звичайно. Мне хочется дізнатись, чи насправді фотографы, я знаю, что они зарабатывают, насправді. Багато чи ні? Зарабатывают, чи ні? Так, так зарабатывают, чи ні? Смотрите, можно разделить, собственно говоря, к сожалению, если говорить об общем рынке фотографий, которая сейчас сложилась, ну, в Украине и, в частности, то, что я, наверное, понимаю, по Днепропетровску, по Днепру, то, к сожалению, очень много талантливых молодых фотографов, я считаю, не зарабатывают фотографии. Так, ну, они хотят, ну, тому, что их дуже багато. Ага, то есть дуже велика конкуренция. Это первое. А то, что фотография как таковая потеряла уже свою актуальность. Она актуальна, но... Любой человек, вы и я, делает много фотографий, независимо от того, умеет он фотографировать или нет. А у некоторых это даже получается очень хорошо. И на телефоны мы фотографируем очень хорошо. Ну, от бачите, техніка нам тут зараз не допомогла, навпаки, ну, я маю на увазі фотографів-професіоналів, які насправді багато чого знають і вміють працювати зі світлом, то зараз техніка багато чого там сама робить, так? Тобто є справді технічні засоби, але тут велике є але, тому що ті технічні засоби ніколи не замінять ваш креатив, ваш творчий підхід, вашу ідею. Це те, що залишається справді у професіоналів. Ось це є. Якщо людина все це має, то вона буде, мабуть, на перших щабелях. І да, і ні. Смотрите, к сожалению и к счастью, креатив – это единственное, что, наверное, сейчас остается у фотографа. Ну, если мерить это городом или страной, то да, можно выделиться, можно как-то там о себе заявить. Но то, с чем сталкиваемся мы сейчас ежедневно в Инстаграме, это сумасшедшее количество очень крутых работ, очень интересных, с разной техникой, с разными моделями. И практически сделать новое что-то уже сейчас очень сложно. Скорее всего, это уже повтор какой-то идеи, которая когда-то была, по-другому интерпретирована или же по-другому как-то сделана, снята с каким-то дополнительным креативом. А второе, что креативным остается, к сожалению, в нашей стране, я считаю, что за креатив не платят деньги. Знаете, были времена, когда считалось фотограф с большим объективом, значит, крутой фотограф. Сейчас это уже уходит на второй план. То, что мы видим, происходит. Люди фотографируют на мобильные телефоны уже за деньги. И вся тенденция идет к тому, ребятки, что мы будем фотографировать на айфоны, на андроиды там, или еще какие-то телефоны. И каждый из нас может быть фотографом. Так, хорошо, ну, ли это или плохо? Не знаю. Я з вами от трошки хочу не погодитись, тому що, знаєте, ну, у всіх є техніка, насправді. Але кожен займається своєю справою. Якщо ти справді обрав собі шлях фотографа, і ти хочеш навчитись, то цього замало. Насправді, цього дуже мало. Мати круту техніку – це ще ні про що не говорить. Бо треба стільки знань отримати, і їх, можливо, не так просто і отримувати. Є ті метри фотографії світові, про яких говорять, і які вміють працювати, насправді, в різних умовах, з світлом, там, з різними засобами. І вони ніколи не будуть стояти поруч з тими, хто просто придбав собі телефон. Розумієте? Це різні речі. Різні, абсолютно. Смотрите, давайте не будем трогать звезд.
О чем идет речь? О том, что раньше фотография была достаточно сложная профессия. Нужно было разбираться в фотоаппаратах, выдержке диафрагмы, проявки и все остальное, освещение, да. И научиться этому было достаточно сложно, потому что это все-таки было сложно. Угу. А что, зараз не треба? Не так, как раньше. Угу. Сейчас много обучающих есть курсов, программ, школ, YouTube. Угу. Прекрасно. И скорость усвоения молодого поколения или начинающего фотографа в разы быстрее. То так есть... что, вам на пятый наступают? Ну, смотрите, я надеюсь, что я уже не в конкурентной борьбе. И не потому, так, что так меня не догнать, а потому, что я уже осознал свое место. Тот, кто меня любит, кто со мной работает, это все мои любимые друзья и клиенты. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что происходит среди молодых фотографов. То, что вы сказали, призвание и вот... Многие не понимают, что фотография – это не их, а все равно занимаются фотографией. Вот в чем проблема. Так. Я не говорю о том, что проблема, что много талантливых молодых людей. Их проблема, ребятки, для вас, кто смотрит, смотрите, если вы фотографируете хорошо, не делайте это задешево. Вот основная проблема так, і мой меседж. Тут я з вами погоджуюсь, бо насправді все це повинно мати вартість. Так, да, потому что это быстро вам надоест, и вы очень быстро это все бросите. И если вы талантливый, будет очень жалко терять вас в виде ваших работ. А вот как раз те, кто не очень талантливый, но как-то более шустрый, вот и закрывает рынок и не дает вам, как говорится, вашему творчеству і таланту пробитися. Так, бачите, скільки всього. Скажіть, будь ласка, а є от такі от основні критерії художньої творчої фотографії? Вони зараз залишаються, чи вони вже теж видозмінюються? Смотрите, мода на фотографію однозначно є. Тобто, це диктує нам фешн, або диктує, якщо ми говоримо о природі, скоріше всього, мабуть, моди немає. Там є якась там общее понимание композиция. Ага. Там. Угу. А что касается современной фотографии, то, конечно, критерии уже они размыты. То есть я думаю, что если провести эксперимент и, например, 10 разным людям дать фотоаппарат, независимо от там, их уровня подготовки, дать модель, и как-то они сфотографируют, вот как-то, вот каждый, у одного будет нерезкая фотография, у другого будет размытая, у третьего будет черно-белая, у пятого будет какая-то там еще, то каждый результат мы можем найти практически в каком-то из очень модных журналов, то, что сейчас выходит в мире. Нет какое-то там качество, некачество, резкое, нерезкое. То есть это все, я так вижу, это все творчество. Даже все принимается. Все принимается. Главное поместить этот результат в нужную сферу. Ось що, так? То зараз, да. Зараз тут то есть, шлях. Там говорить, журнал ID, он любит более естественные фотографии, Esquire любит более резкие и креативные фотографии. Там, опять же, меняется типаж моделей. Вы же тоже должны, наверняка, это знаете. То есть вот это, на мой взгляд, к сожалению или к счастью, вот эта вот идеальная красота там времен Синди Кроуфорд, ну, я не такой старый, но все равно. Она, конечно, идеальная. А мы зараз зможемо побачити ту красу, яку ви бачите. Да, пожалуйста. Я так думаю, що якраз та краса, вона буде відображати те, що вам потрібно. Так? Ну, ось розкажіть трошки про ці знімки. Это на самом деле коммерческая работа, вот, которая была с цирком. Это был календарь для крупной компании ДС. А это вот уже, от фэшн такие бьютики. Так называемые бьютики, да. Ну, тут красивые модели, да. Дуже-дуже. Да. Ну, насправді, у вас є смак, і те, що ви робите на замовлення, воно от якось відображає те, що вам хочеться робити? Бо часто, знаєте як, не співпадають ваші особисті смаки з тим, що вам замовляють. Смотрите, от якраз об особливостях фотографа, да, я, наверное, являюсь таким фотографом, точно можу сказати, що то, що я фотографую, практично в 90-х,
5%, я все придумаю заранее сам. Угу. Но это, конечно, не касается работы с визажистами, и угу. я говорю о коммерции. А, это вот и, это вот идеи визажистов. Угу. Да, да, да. Ну, и бывают они, бывают мы совместно с ними придумаем. Ну, так, как минимум, я на них соглашаюсь или нет. То есть угу. то, что мне подходит, я на это соглашаюсь. Надзвичайні роботи. Мені взагалі дуже подобаються усі різні варіанти. І чорнобілі, і такі. Ви добре, що принесли тут багато чого. Можна подивитися на увесь спектр ваших робіт. І він такий не безмежний. Підписуйтесь на мій інстаграм. Насправді вони дивіться, які цікаві і різнобічні. А чому так? Чому це стільки інтересів таких у вас? Чи як? К сожалению, пришлось научиться фотографувати все. Действительно, я фотографирую уже около 16 лет, и если брать мировую практику, то там фотографы зачастую выбирают одну нишу. Они или пейзажные, или портретные, uh-huh. или предметная фотосессия. Ну, в наших реалиях, я думаю, вы все понимаете, что фотографу желательно уметь все фотографировать. Это более восточная философия. Там фотографом и мастером считается человек, который может все хорошо фотографировать. Uh-huh. Есть... Это его профессионализм, да? Да. Uh-huh. Есть, конечно, жанры, в которых я там не силен, я туда не лезу, но то, что мне нравится, я стараюсь сделать и улучшать, конечно, и качество, и... А чим ви потім покращуєте якісно? Я дивлюсь просто дуже класні роботи, я навіть не знаю, що мені... телефону. Я не знаю, що мені більше подобається. Чи подобається пейзажна, чи б'юті, чи це там подорожі, чи щось ще. Я не знаю, бо я не можу вибрати, насправді. Дуже гарно все. Є такі роботи, хочеться подовше. Просто немає стільки у нас часу, щоб можна було над однією фотографією довго посидіти, але класно, насправді. Так я от ще хотіла вас запитати, що ви потім покращуєте? На чому зосереджуєте потім свою роботу після того, як ви вже зробили знімок? Смотрите, класика – це коли во время съемки нужно сделать максимально возможное, чтобы сделать это хорошо. Угу. Ну, конечно, современная фотография – это большой процент забирает постобработка. Конечно, там яркость, контраст, если это модель, это недостатки какие-то там... кожи угу. или там фигуры, может быть, даже. Но в идеале сделать все на съемке. То есть никаких таких глобальных поправок, конечно, нет, но креативные решения, конечно, делаются уже в фотошопе, на компьютере. Угу. Тобто ви щось ще потім, ну, от кажуть, там ретуш займає дуже багато часу, коли фотограф сидить і просто буквально там над маленьким шматочком може просидіти дуже довго. У вас є таке чи ні? Чи ви намагаєтесь відходити від того? Я, якщо взяти мої роки, то приблизно 2 роки я посчитав, що я провел за компьютером, обрабатывая фотографии. Угу. Сейчас, конечно, я это делаю и сам, и у меня есть ребята, которые мне помогают, это ретушеры, и у любого, в принципе, фотографа, угу. который более-менее коммерческий, угу. у него есть помощники или сотрудники, которые делают ему ретушь. Сейчас есть ребята, которые делают ретушь гораздо лучше меня, поэтому я не вижу смысла самому вкладывать в это время или делать хуже, чем... я хочу получить, конечно, они обрабатывают. Ну, тобто вони розуміють, що, де треба підправити. Ну, они получают задания, тех задания, что нужно исправить, как это нужно сделать. Но вот эти всякие креативные решения, это, конечно, уже я сам сижу после так называемой черновой обработки, уже доделываю, уже чистую. Угу. Ну, Андрій, ви ж відомі тим, що у вас дуже багато є таких креативних думок, дуже багато таких цікавих, яких мало взагалі зустрічається. Тобто, насправді, до вас звертаються за креативом найчастіше. Є ось це те, чого не забереш уже. Да. Так, пусть буде десь, так. Десь воно там десь сидить в голові, чи як воно з'являється. Все, що касається комерційної фотографії в виді реклами, або якихось там даже частных фотосессий, ко мне обращаются с вопросом, задачей даже больше так. У нас есть такой-то продукт, мы хотим сделать фотосессию. Могут они знать что-то примерно, что они хотят или нет, это не важно. Я беру так называемый тайм-аут, день-два подумаю и говорю, давайте сделаем такую-то, такую-то идею. Угу. Тобто ідея ось вона ідея так, почти десь, всегда моя. Тобто, якщо вона, говорити вона рекламі, не сама народжується, це десь там щось треба, так? Ну, буває зразу, буває треба подумати. А от як же творчість? Так це ж є творчість. Ну це ж думка, така же вона творчість. Комерційна, знаєте, а така ваша, особиста. От вийти, наприклад, на вулицю і щось зняти, є
така зараз думка? Чи не вистачає часу? Ну, не то, что часу. Бывает, я фотографирую даже Днепропетровск. Угу. Ну, как это происходит? Там новый объектив, новая техника, надо испробовать. Выпробовать. Да. Угу. Ну, уже за столько лет переснято много, поэтому, конечно, наоборот, сейчас я уже возвращаюсь к более простой фотографии. Не за деньги, так скажем, не коммерческая, а там среди своих друзей и знакомых, это как вот Брессон фотографировал, вот просто обычно, без ретуши, то есть это уже как бы для души в кайф. Ну, ось, для души, да. Вот это же я про это и пытала. Вот это я делаю, но не понимают. Говорят, мы какие-то тут старые, необработанные, то есть настолько рынок и фотографии я сам приучил всех к тому, что все должны быть идеальными, что вот не воспринимается. Поэтому вот мужской портрет мне очень нравится. Почему? Потому что дядек не надо обрабатывать. Девчата завжди щось знаходят там у себя. Смотрите, все люди прекрасные, все красивые, но фотография настолько четко все передает и, может быть, даже где-то ухудшает, что вот это надо исправить в обратную сторону, чтобы все были красивые. И... Ну, то есть вы уже как-то начали погоджуватися с этим, так? А раньше вы, мабуть, супротив був якийсь? Чего? Чи ні? Ну, щоб покращувати. Нет. Я, в общем, и начал свою карьеру с того, что в 2002 году я был дизайнером в хай-тек-центре, кто знает, крупный центр был у нас. И мы были одни из таких, наверное, самых топовых ретушеров, которые помогали другим фотографам, которые еще на пленку снимали и переходили в цифру, откуда и стало вот становление меня как фотографа. Вот. Мы делали сразу фотошоп, и, конечно, только благодаря этому стали популярными. Ну що ж, я так хотіла би, щоб ви завжди були популярні, і для цього вам майже нічого і не треба, просто бути на плаву, як то кажуть, не залишати свою творчість, а постійно працювати і просто свій креатив кудись показувати, куди здівати, щоб всі бачили його. Спасибо. Тому бажаю успіхів, нехай це буде ще більше і ще плідніше, ніж є на сьогодні. І так сподіваюся, що світове визнання все ж прийде. Я жду, да. Ну що ж, дякую вам. На сьогодні це все. Вже зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.